Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 415 упражнение. Необходимо употребить числительное вместе с существительными в творительном и предложенном падежах. Давайте выполним. 50 выступлениями о 50 выступлениях, 70 концертами о 70 концертах, 300 песнями о 300 песнях, 600 училищами о 600 училищ, 700 театрами о 700 театрах. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.